Продолжим тему. Я, можно сказать, только жизнь начинаю, на пенсию перехожу. Так оптимистично говорил о заслуженном отдыхе мультипликационный герой почтальон Печкин. А что происходит в настоящей жизни? Мы выяснили, чем наполнены дни пенсионеров, счастливы ли они и о чем мечтают. Какая она жизнь на пенсии? Счастливая? Отвратительная жизнь на пенсии. Почему? Да потому что цены растут, а пенсии не прибавляется. Ну, у пенсионеров большие возможности. Когда работали, времени было мало для самообразования. Так и... А сейчас вот можно заняться собой, можно свободно в театр съездить, в кино сходить, на другие какие-то мероприятия. Ну и, конечно, заняться внуками, правнуками и так далее. Что для счастья нужно? Ну, для счастья. Для счастья все нужно. И труд нужен, и спокойствие нужно, и семья нужна, и все нужно. А что такое счастье? Счастье то, что я живу до этого времени. Я считаю, что это счастье. Денег давали побольше, были счастливы. Для моей счастья правнуки и внуки. Самое мое большое счастье. Моя мечта – спокойно жить в мире. В дружбе со всеми, так что, чтобы здоровье было, подольше пожить, побольше порадоваться жизни. Никакой нет мечты. Все уже отмечталось. Что хотела я? Уж мне 72 года. Мечтаю, чтобы внукам было жилось хорошо и этим правнукам. Глобальная мечта мне очень такая простая, чтобы все были живы, здоровы и все.